Отопительный сезон стартует во вторник. Соответствующее распоряжение подписано мэром Омска Вячеславом Двораковским. В первую очередь тепло будет подано в больницы, школы и детские сады. Затем батареи потеплеют в административных зданиях и жилых домах. Начало отопительного сезона в этом году могло наступить позже из-за установившейся аномально теплой погоды. Однако муниципалитеты получили право запускать тепло раньше, чем это предусматривает закон.